Юлия Джикия ждет своего первенца. Помимо литературы из категории «Мама и малыш» изучают и юридические вопросы, связанные с новой ролью. Уже решено, материнский капитал вложат в ипотеку. А на собрании, организованном партией «Единая Россия», рассказали, как его получить. Предоставили тем более дополнительную информацию, да, соответственно, куда можем обращаться. И сейчас посредством интернета мы можем, наверное, любую информацию, да, для себя найти. Посредством интернета можно получить не только информацию, но и подать заявление на получение материнского капитала. Оформить заявку можно на сайте госуслуги с 1 июня этого года. А уже сейчас заявление с паспортом принимают в органах соцзащиты или МФЦ. Другие вопросы на подобных встречах можно также задать представителям пенсионного фонда или профильного департамента. Сегодня на базе общественных приемных «Единой России» стартуют постоянные консультационные и тематические встречи. Они будут проходить регулярно и в региональной приемной, и в муниципальных районах на базе общественных приемных. И жители смогут в любой момент постоянно, ежедневно обращаться и получать достоверную информацию. К слову, изменился и размер выплат. За первого ребенка 466 тысяч рублей, за второго еще 150. Если мама на первого ребенка материнскую помощь не получала, за второго сразу дадут 616 тысяч. Наталья Антонова, Денис Сахаров, «День в событиях».